на заднем плане кто-то будет скулить, не обращайте внимания, они тоже хотят заниматься, но индивидуалочку никто не отменял, и я их возьму попозже. А кто-то уже занимался и хочет еще. Да. Так, это Симха. Симха, привет, да? Давай, иди сюда. Разворачивайся, сидеть. Молодец, хорошая собака. Лежать. Что случилось? Что такое? Сидеть. Ну-ка, давай сидеть. Молодец, хорошо. А лежать ты умеешь? Лежать. Давай, мы с тобой учили. Ты забыла? Лежать. Чтобы она легла, нужно прямо конкретно постараться. Лежать. Давай, детка. Ну. Ну, давай сначала, хорошо. Давай лежать. Давай. Молодец, хорошо. Девочка, что ты у меня тут? Подожди, ты вскочила. Иди сюда, еще раз. Давай, лежать. Ага. Пока еще мы без вспомогательных элементов не лежим. Лежать, хорошо, молодец. Если у вас собачка никак не ложится, попу не кладет, просто ставите ногу, лежать. Просто ставите, иди сюда еще раз. Так, давай перешагивай. Перешагивай. Да, молодец. Давай, 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 колбасочка. Молодец. Другую сторону. Молодец. Хорошо. Иди сюда. Лежать. Ставите ногу, чтобы она под ней проползала. И останавливайте ее в момент. Да, молодец. Хорошо. Потом потихонечку ногу убираете, и она уже будет делать эту команду. Вы будете ее закреплять уже. Давай еще разок. Сидеть. Молодец. Хорошо. А лапку мне дашь? Ой, какая ты умница, да? Давай другую лапку. Молодец, ты моя хорошая собачка. Давай еще разок, Симха, лежать. Ну, давай, лежать. И покопать надо. Да, молодец. Вот вчера она совсем вот не это. Сегодня я ей напомнила, что это значит. Она вспомнила. Такая умная собака, ради еды на все готова. Давай сидеть теперь. Поднимаемся, Симушка. Сидеть. Так, теперь у нас еще проблема с положением лежа. Мы не делаем команду сидеть, да? Симушка. Да, сидеть, сидеть. Хорошо, молодец. А теперь лежать. Давай, моя маленькая колбасочка. Давай лежать. Заюшка, лежать. Ну же. Молодец, ты справилась. Ты справилась, ты ж моя радость. Давай вспомним колокольчик. Мы вчера с тобой проходили, да? Так, ой, тебе это больше всего понравилось, я уж поняла, да, звонишь себе носом, лапами, а тебе вкусняшки дают. Давай еще. Молодец. Умница, ты ж будешь мне на Новый год звонить, да? Давай еще. Молодец, хорошо. Давай усложним задачу. Иди сюда, Симушка, иди сюда. Хорошо, 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 иди сюда, иди, иди. Так, сидеть. Раз уж тебе сидеть, подожди, сидеть. Не сразу все. Иди. Сидеть, Симушка. Ой, как кто там такой несчастный услышал колокольчик. Иди звони. Молодец, хорошо. Умница, умница, хорошо. Теперь сюда иди звони. Молодец, понравилось тебе. И сюда иди позвони. Ой, какая ты умница. Еще позвони. Молодец. И сюда иди позвони. Иди здесь позвони. Молодец, хорошо. И сюда иди позвони, еще разок, давай. Ой, прям помяло. Хорошо вот сделай, хорошо сделай, сосредоточься. Молодец, хорошо. Какая ты умница у меня. Какая ж ты умница, сидеть. Молодец. Давай лапку, давай лапку. Да, молодец, хорошо. На пятюню. Да, молодец. Подожди, ты вся-то целиком не садись, это, на пенек не ешь пирожок. Давай еще раз. Пятюню. Да, молодец, хорошо. Это мы с тобой еще не делали. Пятюню. Да, молодец. Хорошо. И еще разок. Пятюню. Пятюню. Да, молодец, хорошо. Какая ты умница, умница какая. Ты молодец, молодец. Так, ну давай с игрушечкой теперь. Это очень важно сейчас будет упражнение с поиском игрушечек, особенно для такса. Почему? Раньше хозяева учили Симху, прятали еду.
прятали еду, и она ее должна была подбирать. Якобы это им против подбора бы помогло. Собака на улице пылесосит все, находит моментально любые помои и кости и так далее. Это просто невыносимо. Вот. И суть в том, что это закрепляли. То есть, если вы, ну, с воркингом будете заниматься с такой собакой, ее проблемы усугубятся. Я вам гарантирую, это 100%, потому что она будет также находить ресурс, еду, да, вы не сможете ей объяснить, почему в этот момент, да, можно подбирать и жрать с земли то, что ты нашел, а в другой момент нельзя. Поэтому я уже показывала, у нас есть несколько уроков с поиском, обучение поиску, по-моему, там 3 части с Гучиком, можете посмотреть видеозапись в группе, где под стаканчиками или вообще где угодно вы можете потом прятать эту игрушку, наглядно показано, как научить собаку искать сначала игрушку, а потом, отдавая вам ресурс, она уже будет, скажем так, с вами меняться, получать еду. То есть вот этот промежуток, когда собака находит, скажем так, что-то и меняется с вами на корм и не ест сразу, как только она нашла что-либо. Вот этот промежуток очень важен. Вот оно как раз поможет ей его нагрузить и нос, и интеллектуально, и заодно не даст ей ввести в привычку «нашел-съел». Поэтому всякие эти нюхательные коврики для поберушек, которые все подряд с земли едят, не используйте. Давай. Особенно собаки с нервным поведением, с нервным подбором, особенно их мы не нагружаем. Так, я отвлеклась с ней, она уже ей скучно стала. Так, давай. Принеси. Уйди, моя хорошая. Давай, неси скорей. Давай мне мячик. Дай мне мячик. Ой, какой ты молодец. Иди меняться на корм. Меняйся. Давай меняться. Меняться. Давай. Что случилось? Ты хочешь просто этот мячик сожрать? Давай еще, неси сюда. Неси скорее, скорее. Давай, маленькая моя. А кому корм-то дам? Принеси. Я тебе не дам, пока не принесешь. Давай, неси. Неси мне ресурсы. Неси. А ты хочешь и то, и другое урвать? Ишь, какая хитренькая. Ишь, какая хитренькая. Давай еще разок. Принеси, пожалуйста, мне мячик. И я тебе дам ням-ням. Сима, ты хочешь корм? Принеси мячик. Давай еще разок. О, хорошо. Давай еще разок. Принеси. Давай. Мы еще... Так это с трудом. Она хочет его вскрыть и посмотреть, что там внутри. Сима, иди сюда. Давай, меняемся. Меняться, меняться. Отлично. Понравилось, да, тебе? Это хорошо. Давай теперь с одним стаканчиком попробуем. Так, 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 подожди. Правило. Сидеть. Сидеть. Молодец. Мы можем поощрять мячиком. Мы можем поощрять этим. Мячик только во время занятий используется. В обычное время нет. Еще мы можем научить ее этот мячик самый носить, чтобы рот был тоже занят и не жрал все подряд. Вот. Это прям бич. Сидеть. Подожди, сидеть. Симке 6 месяцев, поэтому молодец. Поэтому ей, конечно, сложно еще сдерживаться, она не взрослая. Так, мячик ищи. Да, а теперь дай мне. Хорошо. Давай еще разок. Тук-тук-тук-тук. Сидеть. Хорошо. Давай подальше, чтобы соблазна было меньше. Не-не-не-не-не-не-не. Сидеть, сказала. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди пока. По моей команде. Подожди. Стой. Вот, подожди. Подожди. На старт. Внимание. Ищи. Да, молодец. Ну, пока легко. Ты нашла мячик? Ты нашла? Да, молодец. Хорошо. Теперь давай спрячем его. Давай его спрячем. Это называется, мы вводим в игру свои правила. Сидеть. Молодец. Ищи. Где мячик? Ищи. Да, молодец. Ты нашла. Ты такая умница. Мы сегодня будем усложнять. Хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди, 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 иди. Так, лежать. Лежать. Вспоминай команду. Как мы учили. Да, молодец. Какая ты умница. Умница. Хорошо. Подожди, подожди, ты до конца не поняла правила? Сидеть. Сима. Так. А хвостом-то как бухнула. Молодец. Ищи, ищи. Хорошо, молодец, хорошо. Умница, хорошо. Так, теперь давай. А что ты туда, вот так, да, вот? Нырять будешь? Ныряй. Так, хорошо, со стаканами не играем, подожди.
Сейчас второй стакан возьмем. Будет два стаканчика. Попробуй найди. Да, моя умница. Иди сюда. Сидеть. Хорошо. Жди, жди, тихо. Подожди. Сейчас будешь искать. Подожди, жди. Выдержка еще у тебя плохая, конечно. Сидеть. Сейчас посмотрим, как она найдет. Если сложно для нее окажется, то мы тогда наверх будем класть мячик. Покажем сначала, что он там. Хорошо. Ищи. Ай, молодец. Ай, молодец, нашла. Хорошо. Как только она находит мячик, мы ее поощряем. Молодец. Хорошо. Давай еще раз, как мы с тобой учили. Иди садись сюда. Сюда. Сидеть. Молодец, Симушка. Ты такая умница. Хорошо. Сидеть. В такую игру нужно, конечно, почаще играть. Жди, жди, подожди. Так. Молодец, подождала, умница. Ищи, ищи. Ага, все подряд сейчас будет. Ну-ну-ну-ну. И где мячик, где? Ищи. Видите, нос работает. Если бы она искала корм, она его сразу бы ела, и, собственно, пользы от этого никакой. Ищи мячик-то, где он? Стакан пошла, стакан пахнет мячиком. Сейчас. Ищи мячик, ищи. Где? Где? Ура! Нашла! Сразу даем вкусняшечку. Молодец. Потом усложним, она должна будет его принести. Но она игрушки, поскольку пока плохо приносит, именно вот в момент обучения, то мы сейчас немножечко еще усложним. Так, иди сюда, Сима. Иди. Ой, какой стаканчик клевый, да? Знаешь, сколько у меня их? Так, подожди, Брошкина, иди сюда. Потом мы усложним каким образом. Тогда она уже начнет. Мы начнем по комнате прятать этот мячик. Когда она научится уже это все делать, можно сделать обозначение, чтобы она обозначала, что она нашла. Там сев или когда ляжет рядом, или голосом, да, но не подбирала сразу. Но это очень еще далекое будущее. Молодец, ищи. Ты чё? Ищи. Да, молодец. Ну, почти. Ну, где он? Ты чё, мать? Принеси мячик. Где? Хорошо. Иди меняться. Обратно его в стакан хочешь затолкать? Молодец какая. Давай меняться. Иди, неси сюда. Хочешь? Давай, принеси мне. Принеси. Где? Где мячик? Правильно. Вот и молодец. Сложно тебе еще, да. Сложно пока что. Молодец. Давай закончим на этом. Это очень большая нагрузка, столько информации, да? Давай поиграем теперь в игрушки. А еще лучше мы с тобой что-нибудь новенькое пройдем, да? Ой, какой мячик! Посмотри, ты прирожденная циркачка. Давай. Ох, молодец, хорошо. Ты умеешь? Ай, ты батюшки. Я с тобой этим не занималась. Это мама с тобой занималась? Ой, какая ты молодец, хорошо. Давай еще разочек. Вставай. Давай. Иди скорее за мячиком. Давай, ставь лапочки. Ой, молодец, хорошо. Давай еще. Да, молодец, хорошо. Молодец, хорошо. Кати, кати. Давай еще разок. Вот там ругается-то все. Ставь лапочки. Ставь лапочки, не обращай внимания. Ставь. Ставь. Хорошо, молодец. Ой, умница. Ой, хорошо. Ну, иди позвони. Это я скажу, люблю. Ой, как люблю. Давай еще. Ах, ты ж моя радость. И носом, и лапами, я скажу, молодец, хорошо. Молодец, хорошо. Давай еще разок. Ну, а молодец, хорошо, умница. Хорошо. Давай еще раз мячик. Мячик, мячик, давай. Ой, какой классный, скажи. Ой, какой прикольный. Колбасня ты моя любимая. Какая ты молодец. Ну, давай. Да, хорошо. Молодец. Ой, чмок, чмок, чмок. Молодец, хорошо, умница. Умница. Так, давай поменяем, а то тебе скучно быстро станет. Да, а то быстро тебе скучно становится, я знаю. Лежать. Симушка, лежать, лежать. Не лежать, а лежать. Лежать ты хорошо умеешь, молодец. Молодец. А теперь сидеть. Сидеть, Симушка, поднимайся. Да, молодец, хорошо.
Давай тоннельчик вспомним. Это сейчас будет феерическая еда. Тоннельчик. Тоннельчик на Валберес новый заказала. Он подлиннее и поуже. Поэтому, если у вас пышечки собачки, то они могут не влезть в него. Но у нас норная собака, она в любую дырку пролезет. Давайте проверим. Да, давай нормально. Лизай. Молодец. Ей вчера прям понравилось. Она первый раз вчера лазила в него. Так, Симка, ныряй. Сима. Давай скорее. Хорошо. Давай, ныряй. Молодец, хорошо. Давай усложним. Давай. Давай усложним. Ты уже просто такая, типа, а чё, я все могу. Слишком умная ты собака. Чтоб прям все тебе и сразу. Давай, ныряй. Хорошо, молодец. А теперь давай еще разок. Давай, ныряй. Так. И звони. Звони. Давай, звони. 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 Где звони? Да, молодец. Хорошо, умница. Давай еще разок. Иди сюда. Иди скорей. Хоп. Хорошо. И теперь обратно. Давай. Ныряй. Не-не-не-не-не. Ну, нигде не прыгай. Да? Давай еще разок. Опа. И позвони. Вот ты моя ж ты красота. Ай, ты ж моя ты красота. Молодец. Ай, молодец. Иди ко мне скорей. Иди сюда. Иди поцелую. Ты еще готова играть, что ли? В сосиски играть будешь? Все, она пошла нырять дальше. Ей прям понравилось. Еще будешь? Где сосиска? Сосиска с сосисками. Давай. Молодец. Ну, давай, потаскай. Хорошо. Молодец. Хорошо. Давай еще разок. Хватай ее скорее. Опа. Еще. Все, ты сразу отпускаешь. Оп. Держи. Хорошо, давай еще. Как научить предметы во рту носить? Нужно какое-то время, чтобы собака по команде держи, подержала, понесла. Да. Давай. Дай. Молодец. Хорошо. Хватай. Скорее. Да, молодец. Есть собаки, которые ничего в рот не берут, там другое обучение. Но это надо все очень индивидуально. Молодец. Давай заберу у тебя сосиски. Папа. Хорошо, молодец, хорошо. Давай еще. Держи. Молодец. Держи. Хорошо. Еще держи. Ну, я что, сказала команду дай? Молодец. Хорошо. До слова дай, ты держишь, поняла? Давай. Оп, держи. Не держишь. Может, они слишком для тебя толстые, сосиски эти? Может, маленькой что тебе дать? Ну, давай. Давай авокадушку. Иди сюда. Так. И держи. Дай. Молодец. Ой, какой молодец. Давай еще. Давай. Иди сюда. Тима. Тимушка. Держи. Дай. Молодец, хорошо. Ой, ты умничка. Еще разок давай. Хоп. Так. Держи. Поднимай морду и держи. Нет. Держи. Дай. Молодец, хорошо. Ай, какая ты умная у меня. Какой ты красавица ты, боже мой. Ты ж моя красота любимая. Умная. Держи. Ой, пошла в туннельчик. Какая ж ты молодец. Иди сюда. Сима. Неси сюда. Давай. Скорей. Молодец, дай. Умница. А ты можешь вместе с этой штукой залезть в тоннельчик? Давай, хватай. И давай в тоннельчик, неси ее. Не так. Папа, молодец. Так. Я хотела немножко по-другому сделать. Давай так. Давай. Туда хватай ее. И сюда дальше иди с игрушкой. Иди с игрушкой. Молодец! Ты вынесла ее сама. Вылезай. Умница. Хорошо. Давай еще разок.
Ой, какая попа у тебя красивая. Ну-ка, давай. Давай еще разок. Так, давай, ты иди сюда. Хорошо. Ты слишком шустра для меня. Давай еще разок. Давай еще разок. Обойди, пожалуйста, с этой стороны. Да. Сюда. И... Так, ну ты вынесла ее? Ой, молодец, какая ты шустрая. Хорошо, Симка, ты красотка. После того, как этот эфир выйдет, все начнут искать заводчиков такс, я так чувствую. Потому что я таких умных собачек давно не видела. Какая ты молодец, сидеть. Умница. Хорошо. Давай уже заканчивать, да? Да, пятюню. 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 Сидеть. Хорошо. Опять. Пять. Опять. Ну, чего ты забыла? Давай лапу. А лапу? Да, молодец. Забыла, заигралась. Давай еще раз. Пятюню. Молодец, какая ты молодец. Так, давай с кормом немножко поработаем. Если он падает, его поднимать нельзя, поняла? Хорошо, молодец, умница. Не подбираешь, умница. Найди, найди, надо показать разницу. Подай, подай. Молодец, давай меняться. Да. Молодец. Вот если ты находишь игрушку и даешь мне. Да. Молодец, хорошо. А если валяется, то нельзя подбирать. Да, молодец, хорошо. Умница. Мы только начали заниматься, но она умница. Она прямо молодец. Принеси сюда ее, принеси. Давай скорее, моя зайка. Ой, какая ты умная. Молодец, хорошо. Молодец, хорошо, умница. Так, ну все, давай с тобой дальше доедим наш обед и закончим наш эфир. Да? Как мы будем доедать обед? Звоним. Вызывай, вызывай службу. Молодец. Еще звони. Хорошо. Отлично. Еще звони. Молодец. Еще. Хорошо. Подожди, я не успеваю, ну. Еще. Хорошо. Еще. Умница. Еще. Отлично. Молодец. Хорошо. Давай повторим еще раз последнюю команду. Сидеть. Хорошо, молодец. Ничка. И лежать. 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 Зима. Лежать. Да, ты такая молодец. Молодец, хорошо. И давай угадай, в какой руке. В какой руке, найди. Покажи лапкой. Да, молодец, какая ты умничка. Хорошо. И другой покажи. В какой руке у меня. Да, ты молодец. Вот носик тоже работает. В какой руке. Молодец, молодец, умничка. Все, всем спасибо, кто был с нами. Так, ой, какой возраст у таксы? У таксы возраст 6 месяцев. Все, всем спасибо, почитаю ваши комментарии под эфиром. Нам пора, все, всем пока. Сима, иди сюда. Скажи всем пока, иди. Моя ты красота. О, ты моя лапочка. Выключаем.